В общем, так. 80-й вопрос. Жалко Юки, вообще не могу. Просто когда мне задают такой вопрос, ну, типа вот про хаски, я просто вспоминаю, понимаете, мне прям как камень по сердцу, короче, я не знаю. Мне жалко Юки. Я вчера смотрела видео, которые у нас с ним остались, и я думаю, блин, почему некоторым собакам так везет, как Джинни, а некоторым собакам не везет? Вот почему? Я не понимаю, почему у некоторых собак, это породистый хаски был, его просто выгнали наши соседи с соседней улицы, и он пришел весь в клещах, блин, я сейчас расплачусь, он пришел весь в клещах, и мы, не знаю, просто, наверное, надо рассказать эту историю, потому что я как-то пытаюсь обходить эту историю, не снимаю об этом видео, потому что мне больно и тяжело, а у меня это гложет. И тот момент, когда он пришел вот с такими вот шишками от клещей, друзья мои, я вас очень прошу, не бросайте собак на улице. Если у вас есть возможность помочь собаке, если вы чувствуете, что она не агрессивна, попробуйте ей помочь, потому что, я не знаю, это живое существо, как и все мы с вами. Ладно. Это вообще, друзья. 80-й вопрос. 81-й даже уже. Мне просто больно. Просто больно и... Я не знаю. Дальше.